Собственникам квартир в многоквартирных домах не нужно будет подтверждать поверку счетчиков. После того, как у счетчика горячей или холодной воды истек срок эксплуатации, то есть срок, в течение которого производитель гарантирует, что показания прибора верны, собственник обязан заказать его поверку у специализированной организации. С 1 ноября начал действовать ГОСТ, устанавливающий новые правила поверки счетчиков горячей и холодной воды. С этого момента поверка приборов учета имеет право заниматься только организации и индивидуальные предприниматели, имеющие аккредитацию на проведение таких работ. Сейчас в правилах поверки счетчиков собираются внести очередные изменения. Минстрой предлагает отменить для собственников обязанность подавать документы, подтверждающие, что поверка приборов проведена. Министерство подготовило соответствующее постановление, документ готовит к публикации. После того, как изменения будут приняты, поверка будет подтверждаться только информацией, которую вносят в электронную систему ОРЖИН. Изменения будут распространяться на поверки счетчиков, проведенные начиная с 1 сентября нынешнего года. Если видео было полезно, поддержите лайком, подписывайтесь на канал. Вместе будем более грамотно подходить к вопросам работы с недвижимостью. До новых встреч!